Добрый вечер, дорогие мои девочки и мальчики! Все вы собрались у телевизионных экранов, чтобы послушать сказку на ночь. И, конечно же, я ее сегодня вам прочту. Так как одним из главных персонажей сегодняшней сказки будет ежик, то вначале я хотела бы немножечко рассказать вам интересных фактов о ежиках. Послушайте, пожалуйста. Ежи появились на Земле около 15 миллионов лет назад. У ежа примерно 10 тысяч иголок. Они обновляются раз в 3 года. Ежиные иглы растут долго, около года. К счастью для ежа, их обновление происходит постепенно. У ежа 36 зубов, которые, как и у людей, могут выпасть к старости. У большинства видов ежей есть хвостик. Правда, он очень короткий, всего 3 сантиметра, поэтому его не видно из-под иголок. Несмотря на то, что ежики умеют различать цвета, они по своей природе подслеповаты. Зато у них очень острый слух и тонкое обоняние. В следующий раз, мои дорогие, я расскажу вам еще что-то интересное о ежах. А сейчас вам пора послушать сказку на ночь. Итак, я начинаю. Однажды в ясный летний солнечный денек еж вышел погулять в поле. Шел еж и встретился по дороге с зайцем, который тоже шел в поле на капусту поглядеть. Увидел еж зайца, поклонился ему и говорит приветливо: «Здравствуйте, уважаемый заяц! Как вы поживаете?» А заяц был очень важный и гордый. Вместо того, чтобы вежливо поздороваться с ежиком, он только головой кивнул и сказал грубо: «Что это ты, еж, в такую рань по полю рыщешь?» «Я погулять вышел», — говорит еж. «Погулять?» — спросил заяц насмешливо. «А, по-моему, на таких коротеньких ножках далеко не уйдешь». Обиделся еж на эти слова. Не любил он, когда говорили о его ногах, которые и вправду были коротенькие и кривые. «Уж не думаешь ли ты, — спросил он зайца, — что твои заячьи ноги бегают быстрее и лучше?» «Разумеется, — говорит заяц. — А не хочешь ли ты со мной на перегонки побежать?» – спрашивает еж. «С тобой на перегонки!» – говорит заяц. «Не смеши меня, пожалуйста! Неужели же ты на своих кривых ногах меня обгонишь?» «А вот увидишь!» – отвечает еж. «Увидишь, что обгоню!» «Ну, давай побежим!» – говорит заяц. «Подожди!» – говорит еж. «Сначала я схожу домой, пообедаю, а через полчаса вернусь на это место, тогда и побежим. Ладно?» «Ладно», — сказал заяц. Пошел еж домой, идет и думает: «Заяц, конечно, быстрее меня бегает, но он глуп, а я умен, я его перехитрю». Пришел еж домой и говорит жене: «Жена, одевайся поскорее, придется тебе со мной в поле идти». «А что случилось?» – спрашивает ежиха. «Да вот мы с зайцем поспорили, кто быстрее бегает, я или он. Я должен зайца обогнать, а ты мне в этом деле поможешь». «Что ты, с ума сошел?» – удивилась ежиха. «Куда же тебе с зайцем тягаться? Он тебя сразу обгонит». «Не твое дело, жена», – сказал еж. «Одевайся, да пойдем. Я знаю, что делаю». Оделась жена и пошла с ежом в поле. По дороге еж говорит жене: «Мы побежим с зайцем вот по этому длинному полю. Заяц побежит по одной борозде, а я по другой. А ты, жена, стань в конце поля у моей борозды. Как только подбежит к тебе заяц, ты крикни: я уже здесь. Поняла?» «Поняла», – отвечает жена. Так они и сделали. Отвел еж ежиху на конец своей борозды,
а сам вернулся на место, где оставил зайца. «Ну что ж», — говорит заяц, — «побежим?» «Побежим», — говорит еж. Стали они каждый у начала своей борозды. «Раз, два, три!» — крикнул заяц. И побежали оба со всех ног. Пробежал еж шага 3-4, а потом тихонько вернулся на свое место и сел. Сидит, отдыхает, а заяц все бежит и бежит. Добежал до конца своей борозды, а тут ежиха ему и крикнула: «Я уже здесь!» А надо сказать, что еж и ежиха очень похожи друг на друга. Удивился заяц, что еж его обогнал. «Бежим теперь обратно», — говорит он ежихе. «Раз, два, три!» И помчался заяц назад быстрее прежнего, а ежиха осталась сидеть на своем месте. Добежал заяц до начала борозды, а еж ему кричит: «Я уже здесь!» Еще больше удивился заяц. «Бежим еще раз», — говорит он ежу. «Ладно», — отвечает еж, — «если хочешь, побежим еще раз». Побежали еще и еще раз. Так 73 раза бегал заяц туда и обратно, а еж все его обгонял. Прибежит заяц к началу борозды, а еж ему кричит: «Я уже здесь». Побежит заяц обратно к концу борозды, а ежиха ему кричит: «Я уже здесь». На 74-й раз добежал заяц до середины поля и свалился на землю. «Устал», — говорит, — «не могу больше бегать». «Вот видишь теперь», — говорит ему еж, — «у кого ноги быстрее?» Ничего не ответил заяц и ушел с поля, еле ноги унес. А еж с ежихой позвали своих деток и пошли с ними гулять. Вот такая сказка, дорогие мои девочки и мальчики. Ну а сейчас посмотрите мультик и в кроватке быстренько спать. Спокойной вам ночи, приятных снов. А завтра увидимся снова, и я прочту вам сказку на ночь. До свидания, до завтра.